Москва, 10 сен, Эрспорт. Хоккеисты Ханты Мансийской Югры обыграли Ярославский Локомотив в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в четверг в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 2-1, 1-1, 1-0, 0-0, в пользу хозяев льда. На шайбу Михаила Пашнина, вторая минута, у ярославцев Ханты-Мансийская команда ответила голами Павла Медведева, 20, и Никиты Гусева, 32. В следующем матче 13 сентября Югра на выезде сыграет с Тольяттинской Ладой, а Локомотив днем ранее в Омске встретится с местным Авангардом.